получился неплохой матч. Я бы не сказал, что данный счет отражает то, что было на площадке. Дина неплохо играла, просто они не реализовали свои моменты, а мы, к счастью, реализовали. И притом прошлую игру проиграли дубль, если я не ошибаюсь. И нам нужна была победа, ребята настроились. Каждому голкиперу, наверное, хочется отыграть на ноль и оставить свои ворота сухими. Ну, ничего страшного, пропустили. Но, знаете, в последнее время я потерял игровую практику. Хотелось очень сильно играть, наверное, вот, и так получилось.